Прикол! Александр, я нашел, прикинь. Ты чё? О, серьезно? Отвечаешь, Вася, зашел. Это меня там дальше напоминает. 8. Твоя ошибка оказалась на чем? В том, что он не обновился, все, мы в курсе. Давайте погнали. Так, а все, где... не верю, прикинь, я зашел. Один ссаный имп наверху остался, вот блин. Вот это что было сейчас? Та-та-ра, та-та-ра, та-та-та-ра, та-та. Вот мне бы сейчас Rocket Launcher не помешал. Знаете, эти боты, да, эти боты вообще, не знаю, чё? Даже лучше некоторых игроков. Либо как там, ов, блять, если честно. Ну вообще, они тут даже... как бы массовка, они чисто количеством берут. Да, вот. Так, сейчас манкубусы будут. Или не сейчас? Манкубусы в этой же волне? Вот, второе, блин. Походу. Ну это уже там вторая волна. А да. Что тут этот майк возьмёт? Что за майк? Прикинь, убили. Привыкай. Это нормально здесь. А, чертовы свинокопы, будьте вы прокляты. Ай. Ой, блин. Ой-ой-ой. Это игрок, я какого-то игрока забыл шмыгнул. Там. Невидимый. Как он забыл, блин. Вот они невидимки. Пинки. Да нет, там. Пинки. Там? Это невидимый пинки. А, чертов пинки. О, жердяй. Тихо. Какой жердяй? Где жердяй? Манкубусы, ну-ка. Манкубус, ну-ка иди сюда, побазарим. Ну-ка иди сюда. И борзы, о. Ох. По двух пулей мочу мне. Либо кто-то мне помогает там. Оп. Оп. Ну, давай, вот так вот. ХП. Вот так вот, да. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Все, пошли, короче. Назад, назад, назад. Вот так вот, как кролик. Вот так вот. И? Где они? О! А, это последний пинки был. Все, по коридору. Вот так вот. Сейчас вот эти будут улучшенная версия адских баронов, как они там называются. Да ебал ты, кайф, если честно, блядь, заебал ты. Чё такое? Сейчас опять такое. Тун. Оба. The fuck. Help me. Help me. Блин, вот чё, реально было бы классно, это вот этот Invasion совместить с Brutal Doom. Это было бы вообще бомба. Опять, да? Наркомания пошла. Не, ну офигенно, блядь, было бы. Прикинь, такая толпа и это. И бегаешь в толпе, шею сворачиваешь. Ох ты ж, некрасивый. Та-та-да-да-да-да. А, пинки. Нехорошо так делать. Это некрасиво. Так, ну-ка. Не возмущаться здесь. О, нас уже пятеро. Кстати, вот этот Макси, этот знаешь кто? Кто? Это этот тот самый Майкл из Соединенных Штатов. Да? А, ну я по пингу уже понял. И он решил взять наш этот. Наш тег? Да. А у нас, кстати, есть реальный смысл клан создать официально. Я думаю, что у нас... Как минимум 10 постоянных игроков есть, да? Да. В этом случае надо будет потом бросить вызов кому-нибудь. Там, команда на команду. Ну чё мы? Команду каких-нибудь америкотов не напинаем, что ли? Ё-моё. Как там? А, точно, мы это... Короче, Алиша позовём, и он им по скайпу... Смерть Америки! Вот так. Rocket Launcher. Родимый. Любимый мой родной. А, вон они. Адские бароны эти. Улучшенные. Не верю. Чё ты не веришь, там запарил? Уверуй уже в конце концов. Да этот скайп уже второй раз так штырит. Это у тебя потому что бивайн. Ага, блядь, спасибо. Утешил, блядь. Юлайна. Это новый вид расизма, дискриминация по интернет-провайдеру. Новый расизм. Смотри, тихо, тихо,
Зиг-зиг, Саша, Саша, смотри, смотри. Такой, блин, у меня лаги. Это все Билайн твой. Вот, видишь, такой новый мем нам нужен. Все, теперь меня так... Ой-ой-ой, вообще некрасиво делает этот чувак, вообще. Нехороший. Так. Ой-ой-ой, сюда. Хелсы, хелсы. Так, а где проход дальше, я уже забыл. Где-то про... А, проход вниз здесь, да? Да, вниз. Прям. Это вообще... Да я... Апокалипсис. Это как этот... Ай, серьезно, Сэм, вот. Там же есть скелеты такие тоже. Ага. Это вообще из скелетика. Это из вообще из скелетика. По этой ссылке пройди. Да. Ты сможешь скачать и обновить. Кто? Ой. Пентон. Не мне? Хороший. Хотя бы, да? Это мне сам еще это. Не верю, не мне опять. Не верю, заебал, слушай. Пентон, смотри, возьми, скачиваешь. Так, и запускаешь, потом выстучишь. Ой. Вот так вот. Вот так вот. Все как Невский завещал. Куриные грудки и вот так вот. Это все Билайн. Блин, да? Да нет, Билайн еще нормально. Более-менее. Ну, насколько я знаю. Ну, насколько знаю, на 50%. Нет, здесь Арман говорит, все, слово Арман, закон, ты чё? Это все Билайн. Да, смотри, да он даже не ответил, зачем, почему. Он просто сказал, это все Билайн. Ага, в доте сидишь, мид сливаешь, говоришь, это все Билайн. Это все Билайн. Ой. Игра приостановлена, это все Билайн, ну вот. Все теперь. Хорошая маска. Все, на все времена придумали. Ништяк. О, блин. Говорит. Нифига себе. Имп вообще дерзкий. Ой-ой-ой. Бензопилы бы здесь не хватает, вот, на этой карте. С бензопилой было бы весело. Ой, ну-ка. Ну, конечно. Не, ну согласись, с бензопилой норм был. О, нифига, вот там Манкубус ну, ванну принимает, зацени. Зацени. Знаю даже, с бензопилой. Пизя. Зацени, Манкубус и джакузи принимают. Уже поздно. Не успел. Да, реально. О. Надо пойти к ним запрыгнуть в джакузи. О, здорово, ребятки. Я уже прыгнул. Там пати вообще. Еть он пати ты видел? Пати с Драбаданом и Манкубусом. Боже! Я пришел. Ребятки, я с вами в джакузи. Так, только чур не драться. Не, они не драться они не могут. Ты же так сказал, не драться. Да уж. Не драться. Не, ну я не дерусь, я отстреливаюсь, а это не считается за драку. А здесь есть кулак, ха-ха. Все, отмазался. Ну так я им же не пользуюсь, я Драбаданом пользуюсь. А отстреливаться это не драться. Да ёпта пользуется, вот так вот. Вот так. Пошли, короче. Рокет ланчер же у меня есть. Вот же у меня рокет ланчер есть. Кому ракету в задницу запрыгнуть? Не-не-не. Вот, кто-то меня сейчас там пострелил тоже. Ой-ой-ой, лава, блин, а? Ты какого цвета персонаж у тебя? Походу зеленый. Либо стандартный дефолт. О, не верю. Так, ну черный это стопудово Сава. Красный, да. Это стопудово. Синий. Синий ты? О, все. Это... Я теперь знаю, кого толкать. Нет, ракеты. Нет, синий. Ух ты ж. Не, Сава, говорю, Сава синий. Подстава, Сава? Красный. Сава подстава? Не, я черный, я черный. Да я точно, я знаю, что ты черный. Черный, это все Билайн. Тихо. Ну, точь, это все Билайн, это все Билайн. Ну. Еще такой матч будет потом песня, походу. Да, скоро будем рыбачить. Твой новый скоро будем называться это все Билайн.
Скоро будем рэпчик для Snoop Dogg писать. Вот, конечно. Слушай, они опять наклые джакузи принимают, я тоже хочу. Ай, что-то утопили меня в этом джакузи. Ой-ой-ой, как там на гон какой-то пошел. Ой-ой-ой-ой-ой, как они так быстро. Опа. Не надо так. Блин, я опять про Rocket Launcher забыл. Походу, пулька туда, еще я тоже. Rocket Launcher тащит же. О, все! Все! Ой, этот уродец, блин. Давай эту самого большого она. Ну. Собака. Майкл Джексон, блядь. Вот скотина, а. Я помню тебя из Duke Nukem, ты сволочь. Да, да. Нет. Да, да, походу, да. Это... Ну, аж руки спотели. Прикинь. Ты прикинь. Это все Билайн. Ну, блин, это все Билайн, точно. О, кто-то еще зашел. Это все Билайн. Нам еще зашли. Видите? Сколько нас собралось? Чири... Нифига себе. Фига себе, нифига себе. О, этот шторм здесь. Эй, мистер Шторм. Я даже чат открыть не могу. Ой, это все Билайн. Да не стреляйте его в него ракетами. Пулемет берите. Ракетами плазма нельзя стрелять, когда он это... Ураган. Все так, я кулаком так. Вот да, так с, вот. С кулака, вот, короче, вот. Его. Вот так вот, все, короче, давайте. Кристина. Вот. Да выбросьте его плазмометы, ё-моё. Пулемет берите и все. Надежно. Да. Вот. Стильно, можно, модно, молодежно. И немножечко надежно. Ох, черт. Не зря ты эту шапку надел, да? Походу, а? Не, я не надел. Я сегодня не надел. Глупом, походу, станешь. Не, завязывай. Однажды кого там сейчас скажешь, все меняем. Не. Я, короче, джакузи принимаю, меня нет. Будет беспокоить мистер Шторм. Шторм, скажите, что я джакузи принимаю. Да ты запарил, что? Это ты чёрный, что ли? Это тут нигер меня выталкивает из джакузи. А. Убили. Все, Катя, я с пулеметом стрельну. Где у меня уроды? Это мой джакузи. Пришло время серьезного дерьма, да? Ну. Такой, это все Билайн. Ой, патрошки закончились, патрошки, матрешки. Черт. Ой, охуенно. Валяется куча пушек и нифига патронов. Ну что за засада? Это все Билайн. Ну чертов Билайн, а? Ага. Это он тебе не дает. Эти патроны. Видишь? Понятно, что у меня связь на телефоне постоянно лагает. Это все Билайн, блин. Угу. А ты что думал, а? Знаешь, Билайн вообще. Эй, мистер Шторм, это прикрытие для Майлру. Ну стопудово. Мы сейчас столько тайн раскроем, за нами уже КНБ выехало. А надо принскин сделать. Делай. Да. Такой тут, как назвал, казалось, нестандартный. Воу-воу-воу-воу. Ребятушки, вы чё такие дерзкие? О, всё, финальный. Ой, блин. Контрольный в голову, да? Ну? Правда, где у него голова? Даже если у него есть, это хотя бы голова там. А всё, есть. Вон, походу, есть. Ну или контрольный в задницу тоже неплохо. В принципе. О! Он меня напоследок завалил. Вот так вот. Хавай свои консервы сам. И не возмущайся. Маньячина консервный идет сюда. Этот оптимус из консервных банок мне уже достал. Ну-ка, слышь, ты.